Огымдагы елның 20 ноябрынан 30-на кадар зейеш кишлер бүлігі бұрышлы кіші деп семләген профилактик шара өткері бүлік қызметкерлері суд приставлары білен бірлікті солынған штрафларын вақытында түлемеген хам яуыз ой білен түлемеушілеріні административ жауаплылық қатарталар. Добрый день, старшина полиции Веселов, командир патрульно-постовой службы. У вас имеется неоплаченный штраф, необходимо проехать с нами в Заинского ОВД для составления административного протокола. Будьте любезны взять с собой паспорт. В рамках данной операции проводятся мероприятия, то есть у нас имеются списки, как говорится, таких неплательщиков. Мы их проверяем, сотрудники ОВД проверяют по месту жительства. И если подтверждается факт неуплаты вовремя административного штрафа, данные люди привлекаются по 20.25 Кодекса административных правонарушений. Әлігі профилактик оператив шара барышында Россия Федерациясының административ хокук бұзулар кодексының 20-25 статьясы негізінде жамағат тәртібін бұзған үшін район бойынша 7 кіші, юл юру қағидаларын бұзушы 22 гражданин вақытында штрафларын төлемеген үшін жауаплылыққа тартылған. Если имеются административные штрафы за те или иные правонарушения, на которые назначены вам за те или иные правонарушения, мы рекомендуем данные штрафы оплатить в установленный законом срок, то есть это 60 дней. После истечения 60 дней данные люди будут подвергаться административному наказанию по статье 20.25, это будет административный арест. Ішкі ішлер бүлігі қызметкерлері тағын бір қат ескерті административ штрафларыны вақытында төлемеген ұшырақта, оның көлемі 2 тапқырға орттырыла, яйсе ғайыплінің 15 тәулікке қолға алынуы қаралған. Оделя Бірханова, Юлия Казамарова, Татарстан хабарлары.